Здорово, народ, вы на канале Арти, у нас сегодня новая игра для моего канала, это Spellbreak. Многие просили меня в нее поиграть, я ее постримил, поиграл. В этом ролике я буду собирать, точнее буду находить две перчатки, они будут обе легендарные. Но чат, естественно, решил, что только поэтому я затащил. Ну, в общем, ролик будет забавный, но лицо у меня там будет как, не знаю, как кирпич, наверное, потому что я очень-очень сидел напряженный. Надеюсь, вам понравится, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пойдем смотреть. Ты что делаешь? Что это такое? Я понял, я умер просто. От первого же типа, да? Это яд. Добро пожаловать. Это просто какая-то... Это что такое было? Это яд? А что, яд нужно взять? Я сейчас яд возьму, короче. Домой. Тихо-тихо-тихо, я-то домой не хочу. Типа нужно попробовать просто на постоянной основе это поделать. И там уже как зайдет. Будут смотреть, не будут смотреть. Он идет за мной или нет? О, ветер. О, щит. Ну все, у меня мейн-перчатка теперь есть. Ветер — это имба. Посмотри. А, вас двое, я понял. О, бедолага. Ой-ой-ой, бедолага-то меня сейчас выиграет. Нет, я ошибся. Было неплохо. Брат, я только после файта. Ты ж понимаешь. Тихо. Чуть мне стрелу не засадил. Он просто караулил или что это за тип? Ну, это мой пассажир. Где он? А он за зону, что ли, прыгнул? Что, так можно было? Ёб твою мать! Крыса помойная. Я знал то, что так будет. Ой-ой-ой, маленький. Так ты совсем маленький. Дай мой килл, пожалуйста. Где он? Плохо-плохо. Внизу вообще нельзя находиться в этой игре. Как попасть? Я умер. Я за зоной умер. Ай, какой дурак. Ой.
Там еще один пришел. Я убил? Я не убил. Понимаю. Ай, блин. Ну и такое бывает, маленький. И такое бывает, когда дядя Евгений вас размотал. Ну что поделаешь? И никто еще не активировал даже. Дай огонь нормальный, дай огонь нормальный, перчатку. Перчатка ветра. Перчатка ветра имба? Короче. Ветер стреляет быстро, я помню, да. Но вот сама билка на перчатке, по-моему, не очень. Блин, а ветер яд рассеивает? Спасибо. Ну, я не чихнул, но спасибо. И плюс два облака? Он вот здесь ушел? Нет. Мое почтение, как говорится. Что это за урон был? Что я сделал? Ой, я яд еще апнул больше. Ууу, щит. А он забрал все с этой, или я его с этого согнал? Не все забрал. Так, 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 так. Спирит талант. Понимаю. И яд легендарный. Ой, щит. Легендарные две перчатки. Две легендарных перчатки. Две. Типа я хз. Если я сейчас правильно отыграю в лейте. Но тут уж грех будет проиграть с двумя легами. Там парни дерутся. Я не знаю, помочь им драться или нет. Или левел получить. Замедлил. Тара-тара-тара-тара-тара. Тихо-тихо-тихо. Там побежал, да, маленький? Вот здесь маленький бежал или мне показалось сейчас? Слушай, ну в лейте два облака. Хорошо. Хорошо. Я не агрил, брат. Я просто тебе прописал. Уже не хочется, да, драться? Ой, ты же мой маленький. Уже и драться-то перехотел. Я бы тоже перехотел, братанчик. Ой! Ой, и такое бывает, и такое бывает. Ой, я за зону лечу. Все нормально, все нормально. Пять человек. Пять маленьких осталось, хорошо. Короче, мне понравился ветер, то что он очень быстро стреляет. Ой, здорово. Может, ну его нафиг со мной драться. Тири-тири-тири-тири. Зону, зону, зону. Понимаю, понимаю. А, ты каменный, братанчик. И огненный. Ой, я случайно, случайно, брат, случайно. Правда не хотел. Я невидимым встану в своем облаке? Рили? А, я так и знал! Я так и знал, то что какая-то помойка меня будет караулить. Я знал, 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 знал. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Все, поперли. Теперь только полеты. Теперь только полеты. Где они? Я
Их трое осталось, трое. Где вы? Ой-ой-ой, что там происходит? Ой, что происходит? А ты фуловая. Это разве честно? Брат, это нечестно. Ай, попал в электричество. Где ты там? Нет, не за зону, братанчик. Бумча! Два раза подряд. Чё-то это слишком легкая игра для меня, по-моему. Я не знаю. 6 киллов. Ну вот это прям вообще прям чутенькая каточка. Вот это прям жестенькая. Угу. Два подряд топ-1. Понимаю, мое почтение, как говорится.